как вы знаете, я побывала в Стокгольме на Mercedes-Benz Fashion Week. Именно здесь главный спонсор недели моды Oriflame впервые представил The One – новый бренд декоративной косметики. С помощью новинок The One официальный визажист компании Jonas Vramer создал уникальные образы для модных показов. Запуск нового бренда сопровождал необычный бьюти-эксперимент, для участия в котором Oriflame пригласил самых влиятельных гостей в мире моды и красоты. Это офис Oriflame. Сегодня мы поучаствуем в создании уникального цвета помады и лака для ногтей. Российскую группу представит Виктория Боня. Первый этап – лак для ногтей. В основе помады смесь восков, масел и экстрактов, в которую затем добавляют пигменты. Например, в этой помаде содержится витамин Е, масло жожоба и манго. Получившуюся массу заливают в специальные формы, а остывший и затвердевший стержень вставляют в футляр помады. Очень надеюсь, что когда будет готово, я нанесу ее, и будет действительно тот цвет, оттенок, который я хочу. Потому что очень сложно найти именно то, что тебе хочется. Виктория, скажите просто, а вот без каких продуктов в макияже вы не представляете свой день? Я даже не то что день, я жизнь свою не представляю. Без увлажняющего какого-то блеска, может быть, с оттенком для губ и румяна. Также мне удалось пообщаться с бренд-менеджером The One. А больше всего меня поразило, что эта девушка оказалась из России. Основная отличительная черта этого продукта. Расскажите, пожалуйста. Особенной чертой, я бы сказала, бренда, я считаю то, что очень легко выбрать то, что нужно вам. Наш бренд разбит на три линейки. Первая называется Everyday Beauty, для каждый день. Вторая называется High Impact, когда вы хотите произвести впечатление. И третья называется Long Wear. Соответственно, в те моменты, когда вам нужно куда-то ехать, нет времени поправить макияж, нужно, чтобы макияж держался. Дарья, расскажите просто о целевой аудитории. Наверняка вы уже имеете представление, кто это должен быть. Женщина, которая любит макияж, очень хочет попробовать многие продукты, но хочет, чтобы продукты работали, чтобы они не были сложными, нужно наносить 10 слоев и ждать 10 часов. Очень быстро, очень эффективно, и макияж, который работает. Для представления нового бренда компания Oriflame выбрала 100 влиятельных персон из мира фэшн и бьюти. Мне удалось взять интервью у международной посланницы The One Collective, одной из самых известных мировых фэшн-блогеров Эллен Клин. Какие косметические продукты вы любите больше всего? Чем пользуетесь сами? Вчера как раз прошла съемка, где я была в новой для себя роли посланницы Oriflame. И я просто влюбилась в их новые тени золотисто-коричневого цвета. Мне он очень нравится. Это большая честь для нас. Мы очень рады, что вы собрались здесь. Это были прекрасные модные показы в Стокгольме. Расскажите, пожалуйста, как вам в Швеции? Как вам понравилось мероприятие? Мероприятие мне понравилось тем, что я была вроде как участником, а вроде как отдыхала. Вот это здорово. А удалось ли получить вот эту помаду, которую вы так долго делали и столько трудов в нее вложили? Она у вас? Конечно, вот же она. Я как раз ее сейчас испробовала, нанесла. Да, я очень довольна. Главный тренд, который задает потрясающая природа и умиротворенная атмосфера Швеции, это чистота, свежесть и гармония. Эти же принципы отражает и шведская картина.